Всех детей мы поздравляем в этот праздник лета. Вам улыбок пожелаем, доброты и света. Чтоб всегда вас окружала теплота и ласка. Чтоб жилось вам хорошо. Жизнь была как сказка. С праздником, дорогие ребята! Самая главная задача для нас, для взрослых, быть достойным примером для вас, ребята. Подсказать, когда вам сложно, подсказать, как надо делать, указать на главные и важные в жизни вещи. И у меня для вас очень важный и нужный подарок. Это полезная привычка – утренняя зарядка. Главное в зарядке, ребята, это правильное выполнение всех упражнений. Запомните, никаких резких движений и следите за дыханием. Зарядка выполняется спокойно и правильно. Ну что, приступим? Зарядку начинаем с головы. Ноги на ширине плеч, руки на пояс и круговыми движениями в разные стороны разминаем шею. Сначала в левую сторону. Раз, два, три, четыре. И теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Такое упражнение делается 4-5 раз. А теперь следующее упражнение. Следующее упражнение – это разминка рук. Начинаем с наших пальчиков. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение тоже для кистей рук. Круговые движения кистями. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем разминку рук. Махи руками в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Махи руками в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь следующее упражнение на разминку нашей спины. Наклоны влево-вправо, вперед-назад. Сначала влево-вправо. Раз, два, три, четыре. А теперь вперед-назад. Раз, два, три, четыре. Ну, а теперь самая любимая – это разминка ног. И начинаем ее с ходьбы на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагать можно сколько вам угодно. Но, конечно, любое упражнение выполняем 4-5 раз. Следующее упражнение для разминки ног – это прыжки на месте. Можно с хлопками, можно просто подбрасывать воздух, как вам больше нравится. Готовы? Вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выполняем все упражнения 4-5 раз. Потом надо сделать спокойный, но глубокий вдох. Готовы? И выдох. Вот после этого будет у вас хорошее самочувствие и замечательный настрой на целый день. Ребята, есть не только полезные зарядки, но полезные и веселые. Сейчас будет веселая зарядка. Вы повторяйте движение за мной и постарайтесь не запутаться. Когда ее выучите, обязательно покажите маме с папой и делайте все вместе. Готовы? Руки вверх поднимаем. Жил был маленький-маленький-маленький гном. Большим-большим-большим колпаком. Гном был большим путешественником. На лягушке он скакал. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. И на стрекозе летал. Жу-жу-жу, 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 жу-жу-жу. По ручью плыл в чайной чашке. Буль-буль-буль, 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 буль-буль-буль. Чапал он на черепашке. Чап-чап-чап, 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 чап-чап-чап. И протопав все тропинки, гном качался в паутинке. Кач, 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 кач. Утро новое придет, гном опять в поход пойдет. Запомнили? А теперь все эти движения вместе со мной мы сделаем с вами в два раза быстрее. Готовы? Не испугались? Тогда поехали! Ребята, есть еще музыкальная зарядка. Это когда вы включаете любимую музыку и делаете все свои обычные дела только под музыку и немножко с яркими, красивыми движениями. Ну что, сейчас мы сделаем самое элементарное. Мы с вами помоем руки под музыку. Готовы? Поехали! Сначала, ребята, открываем воду. Холодную, горячую, холодную, горячую, холодную, горячую. Настраиваем, как нам надо. А как нам надо? Надо попробовать воду. Пробуем воду. Как у нас вода? Тепленькая, холодная или горячая? Подходит? Отлично. Все вместе. Вот такие замечательные движения. Намочили руки. Берем мыло, мыли руки. Вот так вот.
правую сторону. Намылили как следует руки, положили мыло и начинаем отмывать руки. Вот так вот. Раз, два, три. Другую руку. Теперь вниз руки. Вот так вот. Да, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И теперь пальчики. Так. Помыли, 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 помыли. И теперь споласкиваем. Вот так вот. Мыло все споласкиваем. Споласкиваем. Отряхиваем от воды. Вот так вот брызгаемся в разные стороны, чтобы руки были почти сухи. И, конечно, вытираем о полотенце. Вытираем о полотенце. Вытираем о полотенце. Вытираем о полотенце. Руки сухие, чистые. Зарядка сделана, настроение приподнятое. Все отлично. Дорогие ребята, поздравляю вас еще раз с этим замечательным праздником, Днем защиты детей. Желаю вам хорошего, замечательного, теплого лета. Маму с папой слушайте, каши много кушайте. Пока-пока, до новых встреч!